мы себя, конечно, позиционируем как скульптурный музей, которых в России единицы, и действительно храним самую крупную в мире коллекцию скульптуры Степана Эрзи, действительно такого русского Родена, Родена с берегов Волги, как его очень часто называли, и европейские критики. Вот, это более 200 произведений, и большая часть выставлена в постоянной экспозиции. Вот, поэтому, конечно, мы имеем статус особо ценного объекта культурного наследия. И, конечно, всегда, я думаю, тот посетитель, кто приезжает в Саранск, да, и приходит в музей, то видит действительно просто, я не знаю, коллекцию, которая, ну, ей нет аналогов в мире. И вот, наверное, опять же, тот какой-то стилистический метод, который Эрзи, да, творил, и вот то богатство фактуры, образов, которые он оставил и которые представлены вот, ну, в каждом произведении его, вот он, это затягивает, это ты чувствуешь, понимаешь, принимаешь. Вот. И поэтому, конечно, даже многие посетители после просмотра, скажем, зала Эрзи, да, он у нас большой, почти 2500 квадратных метров, они не хотят идти дальше в другие части музея, где у нас прекрасная живопись Федота Сычкова, прекрасный зал русского искусства, вот, зал декоративно-прикладного искусства. И вот, я не знаю, вот здесь вот такая-то необъяснимая космическая тяга именно его произведения и воздействия его произведения на человека.